Приветствую всех тех, кто смотрит мои шпаргалки. И вчера буквально мы с вами сделали одну такую бутылочку кругленькую. И основное наше внимание было уделено тому, что сделать материалы. Но есть еще один аспект, который мне нужно как бы освоить. Дело в том, что при попытке сделать красивый такой микроскопчик, с трех попыток не получилось. Мне сказали, да, ты хочешь такие вещи делать, учи топологию. Согласен. И топология это уже, скажем так, немножко выше, чем простое моделирование, которым я до этого владел. И сейчас я вступаю совершенно в новую для меня область. То есть учиться, делать вещи и раскладывать те полигоны и ребра, все в нужном порядке. Есть два вида бутылок. Вот мы вчера с вами вот эту сделали, да? То есть взяли сплайн, запустили в лице и получили кругленькую. А вот если мы вот такую бутылку возьмем, как ее делать? Ну, хорошо, что я в интернете опять же нашел такой урок, мне он очень понравился. Ну, как раз это все рассказ. Да, он на английском. Ну, тем и лучше мы с вами на русском потихоньку ему последуем. Там урок длится 12 минут. Я думаю, что нам потребуется больше. Но тем и лучше. Да? Давайте мы с вами сейчас и начнем. Первое, что нам потребуется, это сектор. Сектор мы можем сделать из вот этой штуки. Из сферы, превратив ее сразу в объект. И давайте резать. Резать мы будем так. Возьмем прямоугольник. Так, хорошо. И вот так отрежу. Есть. Теперь нам надо аккуратненько отрезать вот эти грани. Отрезали. Отлично. И вот эти. Они все захватили. Еще один там мотается. Вот оно. Так. Ну, я могу и этот взять, конечно. Отрезать. Все. Вот у нас с вами теперь получился вот такой замечательный сектор, который мы с вами будем сейчас обрабатывать. Вот он. И приводить его уже в тот объект, который нам потребуется, то есть низ бутылки. Так, ну для начала я предлагаю выделить этот объект. В полигонах мы с вами находимся. Так. Экструды. И вот так внутрь мы это дело загоним. Хорошо. А далее, зажав Ctrl, поведем все это хозяйство вниз. Чудненько. И так как в этом месте нам надо как бы прямо вот здесь сделать, то этим самым мы не будем каждый полигон двигать, зачем нам это надо. Мы сейчас по Y, по высоте, сделаем 0 и заставим их сделать так, как нам нужно. То есть, вот смотрите, чудненько, замечательно. Можем больше делать, можем меньше, то есть, так, как нам нужно. Так, с этим мы справились. И теперь давайте попробуем мы
Слаб девиз Surface закинуть. Так, и вот то, о чем я говорил. Первое, с чем мы столкнемся, это вот ужасное здесь распределение полигонов. И это приведет к тому, что этот угол будет, как бы вы ни старались, таким вот острым и ужасным. А посему мы сейчас займемся как раз тем, чтобы справиться с этой проблемой. Так. Вначале можно подвинуть, перейти в ребра, да, взять вот этот инструмент и подвинуть. Нет, не в ребра надо, а в точке. Взять этот инструмент и подвинуть, допустим, посередке. Вот так. Уже красивше. То же самое сделать вот с этим. Вот. Ну, с этим, я думаю, тоже можно вот так. То есть это уже ручная такая работа, которую надо сделать. Хорошо. Теперь нам надо перейти теперь в ребра и выделить вот эти три ребра. Они нам не нужны. Как их удалить, чтобы не было сразу разрушены полигоны? Есть тут такая команда, называется Melt. Не знаю, как по-английски. Вот. Видите? Вот теперь мы это дело уже убрали. Но и у нас уже довольно-таки круглая эта штука. Но мы пойдем с вами немножко дальше. Мы возьмем вот этот делитель полигонов ребер. И давайте мы разделим сейчас. Вот здесь сделаем ребрышко. Ну и вот тут. Вот так. Поделим это дело все. Для чего будет позже ясно? Вот. Ну, видим, вот теперь уже у нас очень неплохо выглядит вот этот угол, который больше всего меня волновал в этом случае, с чем постоянно сталкиваешься, когда моделишь. Хорошо. И следующим нашим шагом будет выделить вот эти все полигончики. О. Полигончики сейчас выделим. Ну что ж такое? Выделили полигоны, и теперь мы давайте их немножечко как бы подожмем сюда. Для чего нам и нужен был вот эта линия. Так, чуть-чуть, вот так. Ну и теперь вот эту линию тоже возьмем. Select Loop, вот так. И тоже я чуть-чуть с помощью трансформации делаем. Вот, и посмотрим, как это выглядит. Так. Дисплей. Вот так. Ну что ж, очень даже и неплохо получился четвертинка. Да? Давайте мы сейчас пока это оставим и в следующий уже продолжим. Вот, может быть, вот
Это я бы еще сильнее сделал. Да. Как бы я бы такой, чтобы чуть еще поджал его. Так даже. Вот так. Во. И получил красивую такую четвертинку. Хорошо, давайте теперь в следующий раз встретимся. Это уже достаточно. Мне во всяком случае, чтобы как-то освоиться с этой топологией.